Всем привет, вам территория перезла. И сейчас я хочу вас обрадовать. 2 месяца крайне тяжелого утомительного ожидания позади. Я за эти 2 месяца просто чуть не сошел с ума. С тех пор, как Зенит обыграл в серии пенальти московский Спартак, он ушел на отпуск, в перерыв на отпуск. И во время чемпионата мира, после чемпионата мира, я так соскучился по Зениту, так соскучился по футболу, что вот сейчас просто душно. Да, всего лишь товарищеский матч, но уже сейчас, уже через каких-то 5 минут, футбольный клуб Зенит впервые сыграет в реальный футбол. Я уже так заебался проходить карьеру за Зенит, чтобы оставаться в команде. Я уже так заебался смотреть обзор на матчи Зенита предыдущие, что посмотреть на Зенит в реальном времени — это после такой пыточной просто паузы, это такое счастье. Ну и еще одна хорошая новость. Футбол вернется уже через месяц, даже меньше. Уже через какой-то месяц состоятся первые матчи пути РПЛ Кубка России. Меньше, чем через месяц. А почти ровно через месяц состоится матч Зенита пути регионов Кубка России против Ульяновской Волги. Это будет полноценным возвращением Зенита в большой футбол. 3 марта Зенит сыграет против клуба Пари Нижний Новгород, первый матч в чемпионате. И с этого начнется весенняя часть чемпионата, которая продлится вплоть до 3 июля. До 3 июня она продлится. Будет очень интересный, очень захватывающий. Я думаю, что борьба будет бескомпромиссной до самого последнего тура. Я, конечно, надеюсь, что Зенит не будет доводить чемпионскую историю до последнего тура. Надеюсь, что Зенит оформит чемпионство заранее. Но за медаль борьба будет до самого последнего тура. Вот и все.